Привет, я Лена Костенко, а это новая Mavericks – женская доска из новейшей линейки Shaper Series для фрирайда и фрикарвинга компании Never Summer сезона 2017-2018. По форме она намного больше напоминает серф, чем привычные для меня парковые сноуборды. И главное, где я ее планирую использовать – это в свежем пухляке. В ней использована новая геометрия прогиба – Fusion Rocker Camber. У нее плавный рокер между закладных креплений и две разные зоны прогиба. Менее резкий под передней ногой для хорошего вхождения в дугу и увеличенный более резкий под задней для агрессивного ускорения на выходе и устойчивости на высокой скорости. Эта модель имеет заметный невооруженным глазом тейпер, сужение хвосту по сравнению с талией и еще более широким носом. С этим тейперным профилем эта доска позволяет быстро инициировать поворот и мгновенно менять траекторию, независимо от общей длины снаряда. Она также имеет скользящую поверхность и самого быстрого полиэтилена марки DuraSurf 5501. У нее матовая верхняя крышка с очень красивым дизайном. В этом сезоне я начала всерьез пробовать свои силы во фрирайде. Первая поездка показала мне, что для целины нужна особенная форма, ярко выраженно направленная. Именно так, по мне, выглядит Mavericks, но помимо этого она отлично режет и карвит на склоне. В этом году я опробовала ее на Вилючинском вулкане на Камчатке. Этой зимой я планирую продолжить съемки и вернуться с ней на Камчатку, съездить в Сочи, на Эльбрус и еще, возможно, множество красивых мест. Серия Shaper Series считается экспериментальной, она позволяет вернуться к самым корням катания на сноуборде, просто красиво и быстро серфить по снегу.